150 до 300 рублей. Ранее агентство УРАРУ выпустило расследование о том, сколько частной клиники в лаборатории заработали на проведение ПЦР-тестов. Ну и сегодня на сроке, что на анализе способна проработать до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также отметил, что партнерами практически завершена работа 2030 возможности. 4 октября стало известно, что модульная американская футболка МКС может быть серьезных технических замечаний. При этом на российском футболке станция 80% оборудования уже выработала ресурс. Среди замечаний не генетичные промежуточные камеры модуля «Звезда» делали все временно недоступным сухого цвета. Заместитель мэра Москвы, правительство политики Трубников анонсировал акцию по сбору и переработке новогодних форм дивизии «Клиничный круговорот». Она стартует в городе 2 января. Закончится акция 20 февраля. По словам зам мэра, сейчас проект «Активный гражданин» проходит голосование. Там жители столицы могут выбрать удобный пункт приема хвойных деревьев. Кроме того, есть возможность предложить альтернативные адреса. Всего, по словам Зверякова, в разных районах Москвы планируется разместить 534 пункта. При этом один из пунктов появится на природных территориях. В рамках акции пункта сбора принимаются елки, а также сосны и пихты. Обязательное условие – очистить дерево от новогодними сырыми украшениями. Принимать елки будут бесплатно. Собранные деревья переработают все силы, этот материал обычно используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических трасс. Чаще всего Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают мэры, жировые, кратеры и курьеры. Об этом говорят результаты исследования сервиса ВК «Работа». Кроме того, в топ-10 профессий, представители которых готовы собрать новогодних персонажей, вошли продавцы, водители, операторы, уборщики, продавцы, консультанты, кассиры и разные рабочие. Средним на подработке Дедом Морозом и Снегурочкой можно выручить около 2000 рублей за час. Официальный курс доллара 70 рублей для 47 копеек. Курс евро 82 рубля за 73 копейки. В Москве сейчас минус 3, это столица области, и настали небольшой снег днем от 1 до 3 мороза. Наталья Демерева, служба информации. Авторадио. Первое новогоднее.